отделении концерта прозвучит симфония номер 9 Антонина Дворжика, известная под названием «Из нового света». Премьера этого сочинения состоялась в 1893 году, но история его создания началась годом ранее, когда Дворжик отправился за океан в новый свет, в Соединенные Штаты Америки, чтобы возглавить Национальную музыкальную консерваторию в Нью-Йорке и там же преподавать композицию. Симфонию по своему настроению часто связывают с ностальгией Дворжика по его родному краю, по его родине, в которую он стремился вернуться. Это выразилось в темах, которые мы с легкостью распознаем как славянские. Однако Америка за тот непродолжительный период, когда у Дворжика появился замысел создания этой симфонии, все-таки успела наложить свой отпечаток не только в его душе, но и в партитуре этой симфонии. В ней выделяются темы в свободном синкопированном ритме, напоминающие спиричуэл. Это целый музыкальный стиль духовного направления, принадлежащий негритянской и индейской культуре, то есть тех народов, которые были угнетены в Америке. Дворжик впоследствии уверял, что он ничего не цитировал в данном случае, а просто перенял манеру этого стиля и воспроизвел ее в симфоническом полотне. Дворжик в этом смысле оказался первооткрывателем. Считается, что симфония номер 9 – это первый образец, когда в академической музыке, в таком большом симфоническом жанре, как симфония, появляются темы, связанные с духовными песнопениями американских негров и индейцев. В завершении скажу, что 9-я симфония Дворжика является его последним произведением в этом жанре. Отработав 3 года в Америке, Дворжик пишет еще очень много музыки, но к жанру симфонии он больше не возвращается. Удивительно, но на этой мистической цифре 9, заканчиваются симфонические труды целого ряда композиторов. Бетховена, Брукнера, Шуберта, Шнитке и самого Дворжика. Почему так произошло, никто не знает, для всех это остается загадкой, но тем не менее это факт. Итак, симфония номер 9 «Из нового света» Антонина Дворжика в 4 частях исполняет Волгоградский академический симфонический оркестр за дирижерским пультом Андрей Аньханов.